Постарайся, сука, остаться незамеченной. Давайте попробуем еще раз. Да иди ты нахуй! Да как я, блядь, не понимаю, куда смотрит камера вообще, блядь. Давайте попробуем еще раз. Светящиеся камни? Что за... С тобой все в порядке? Да, блядь, что ж со звуками? Вроде да. А вроде нет. Я, похоже, нашла пчелиную королеву. Ебать. Вымешь, мама. Если бы эти зверьки не объедали все подряд. Фрипосавр. Ну иди сюда, малыш. Не бойся. Стой спокойно. Оп. Я бы не знал, что и делать. Не ловись они так легко. Дерьмо-то на лопате. Юля! А, тут его полная тележка. Сейчас хренечек. Что да, то да. Коровы, похоже, гадят больше, чем едят. Это точно. Не забудь вымыть руки, когда закончишь с этим. Да, кончено. Господи, я так боюсь. Ай, нет! Ебать. Чувак. Да куда? Да, блядь, пиздец. Отлично. 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 Отлично, блядь. Я заблокировал питлейн. Я пошел в Арламов смотреть, чувак. Меня, блядь... Пиздец. Да ну нахуй. Меня просто выгнали из гонки, блядь. Все, давай, Богдан. Я Борис. Ой. Ой. Ой, блядь. Нормально, нормально. Да ну нахуй. Чувак. Это тупая трасса. С тобой какую-то рекламу, блядь. Нормально, нормально, разобей. Он не поворачивает больше. Да я ебал, чувак. Пизду, блядь. Не самолет, а сейчас крыло. Я ебал. Он сказал «Très bien», то есть «очень хорошо». «Très» — это «очень», «bien» — «хорошо», чуваки, по-французски. Я учил. Арт Овнер. О, найс, родина продана. За 4 евро. Стоп, я хотел руки сделать. Ну и хуйня. Ну ладно. Хотя выглядит не так плохо издалека. И в принципе, сейчас ел говно 2. Ну и хуйня получилась, просто говно полное. Окей. Почему я сафон трясет первокурсница на экзамене? Я тоже трясся на экзамене. Почему первокурсница? На каком? Первокурсница трясется, когда ее в жопу ебут, и человек против ее воли. А на экзамене она трясется. Ну, он не хотел... А, было прикольно потрахаться, знаешь как? Смотри. Я имею в виду в пати. Ну, в Counter-Strike, да. Я ты... Равудус. Ну, тебя устраивает. Тебя устраивает? Назови тебя как-нибудь. Ну, да, трахаться с сексом настоящим? Или нет, трахаться просто... Ну, просто трахаться, грубо говоря. Ну, слово это трахаться. Да, вот Лизон еще будет, и с нами будет еще один человек. Угадай, кто. Уже не важно. Ну, ладно, я не буду говорить, кто это будет. Обруби, там еще был... Все, чувак, я не могу ничего врубать. Все. О!
Это чисто для мувика песня. Да, 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 песня на мувик. Вон тоже СВП чел сидит. Ты что сделал, блядь? Нас не могут кикнуть, братан, нас не могут кикнуть. Нет, пожалуйста, давай. Сейчас, чтобы нам надо реабилитировать, чтобы нас не кикнули. Да за шо? За шо? Ничего. За шо, блядь? Кикнули? Да. Почему? Мы просто наслаждались бигбоном, пивом и общением. Я не понимаю, мы убивали даже кого-то. Мы, блядь, команда побеждает постоянно. Жесть. Почему, блядь? Мы же даже, ну, побеждает команда. Чувак, мы-то играем хуёво. Мы играли 8... Они, а вот я, короче, хуёвую им делаю установку, чтобы они проиграли игру из-за этого. Просто потому что они гнилые. Установка, плохая установка людям, плохая. Нет, надо смотреть, надо вот так, камеру злобно смотреть. Патчи — это одно. Патчи, само собой, нужны для таких игр. Но, ну, чтобы она не вылетала и так далее. Ой-о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 й
так сказать. Это ларек открылся. Ну что с тобой? Приезжай мимо меня, я должен тебя пропустить. Чувак, проедь мимо меня, пожалуйста. Ты рофлишь? Ты издеваешься? Пиздец, блять, меня еще и за это оштрафовали. Ты троллишь, Тедвин? Почему ты встал на месте? Что? Чего, блять? Что за рафлан ебало? Я объясняю для всех, кто не в курсе. Если ты не поворачиваешь во время поворота голову, то значит ты и не гоняешься вовсе. Обратите внимание на гонщиков, они все время поворачивают голову. И вы думаете, да ладно, это перегрузки просто, нихуя подобного. Они просто поворачивают голову вместе с поворотом. Они это прекрасно знают, что именно это и помогает великим чемпионам. Это отличает обычного очередняра от чемпиона. Поэтому поворачивать голову необходимо. Если ты этого не делаешь, то ты, ну фактически ты ничего не знаешь в гонках. Шумахеру не повезло, так потому что он тактику эту на лыжах применял зачем-то. На лыжах нужна другая тактика. Да, ну и выезд в Бразилии. Я просто херею с гонщиков, как они вообще не умирают там. Моя цель — проехать идеальный круг. Я обожаю Бразилию. Как Феттель, ребят, я сейчас как Феттель буду в Торросо. Смотрите. Да, похоже. Да, похоже. Да, все нормально. Сука. Как же тяжело ехать по дождю. Ля какая. Ты хотел мне напасть. Я этого не делал 10 ходов. У меня было преимущество. Я не делал этого. Да, почему? Но ты сказал, почему? Мне почему? Потому что знаешь, почему? Знаешь почему? Потому что однажды, далеко-далеко, в далекие времена. В далекие времена, когда я только появился на этой земле, кого я первого встретил? Приветливого поляка. Он улыбнулся мне, и мы вместе убили варваров. Что потом? Ты придумал аниме, чувак. Ну, а и чё, мало того, что ты придумал аниме, ты навязал всем моим городам аниме, нахуй, и все смотрят, сидят, блин. А у меня была такая великолепная религия у тебя, такая хорошая, чувак, такая добрая, это самая пацифистская религия была на свете. А что, блядь, получилось? Аниме, нахуй, по да стране, секта, чувак. Это какая-то не религия у тебя была, секта, а у меня у нормально. У тебя что? Ебать, у тебя вид из окна, нахуя тебе Германия? Да, он приятный, он... Но на самом деле не очень приятный, потому что какие-то свиньи
вывозит сюда мусор под деревья. И вот видите вот эту вот колею, как будто это трасса какая-то гоночная. Видите эту колею? Это, короче, ебанаты какие-то выкинули мусор, он сгорелся. И здесь, короче, гоняли три пожарки и тушили все. И эта колея, это их, типа, ограничение, это ров, я бы даже сказал. Это их ограничение зоны горения, чтобы она дальше не разрослась. Они сначала ограничили все это дело, объехали вот так на своем дрындулете, а потом начали тушить. No karaoke. Oh. Where is a lot of guys? A lot of girls too. Чат, вы можете. Подпевайте. Take it, boy. Не знаю, мне реально прям физически больно каждый раз, когда я слышу не right version этой песни. Прям вот что-то внутри меня, знаешь, прям вот сжимается. Сука, не завел, блядь. 30 рублей задонатил. Сука, все в шаре своем катается. Сбербанк, серьезно? И такое здесь бывает? Палки подают там, вот, если можно. Цветные палки? Вот эти вот палочки цветные. Ими на Пасху бьют женщины. Серьезно? Как-то так. И это легально продают? Да, да. Палки, которыми бьют женщины? Да, да. О, не больно, но... Может, взять? Не, ладно, осуждаем чат. Ну, это на удачу. Ах, на удачу, кто же забит? Как иначе-то? А, я не знал. Я думал, просто для удовольствия, типа там, для... Нет. Классик. Ничего не меняется. Может, прошел, да ничего не поменялось. Стабильность. Я не знаю как, ну не можешь меня не спрашивать, но как? У меня точно такой же вопрос, как и у вас. Да походи ты, господи, бля, батя, нет! Да батя, ну ёбаный рот, дай отхилюсь, сука, ну заебёшь мёртвого, просто, бля, напился, веди нормально себя. Ёбаный ты алкаш, блядь. Блять, вставай на работу, салям алейкум, алло! Чё ты спишь-то всё? Да блин, чё он не отошёл-то? Я жал перекат! Сука. Ай, блять! Да ебаный ты стыд! Сучка! Да я нажал на прыжочек! Ты что это такое?
охуенно, блять, охуенно, да. Ведь все так и должно, блять, здесь работать, да? Да? Домой. 3.56. А? А? А я вам вчера чего сказал? Я сказал, что если постараться, я из 4 часов выйду. Третий, Лёха. На бис. Сейчас воткнётся. Вообще хорошо был. Убился прицелом. Ой-е. Ой-ой-ой. Ой-ой, пошло дело. Варвар кейк. Давай топор в топор. Тихо, ребята. Скроется прошлое скоро моё. Это наш Кирилл. Чего? Не, ну неплохо, да, раньше только... Может, немного странный вопрос, но видели ли вы мой пенис? Да. Ну, как сказать. А каждый должен отвечать? Да. Я точно не видел. Твой? Нет, а, ты персонаж. Это же против. Ну, вообще, я не знаю. Тогда нет, я тоже нет. Да, видели, да. Так, что ты говоришь, видел? Да, не шутка. Да, видели, конечно, да. Да, видели. Кто-то видел. Ну, я... Ладно, чего вы точно видели? Ладно, я... Видели. Я рискну тогда. Хотя нет, стой. Ну, давай. Я же не проигрываю, если нет. Я пистолет? Да. Да. Покажи, как надо танцевать, Эс. Его там не было. Он где-то потерялся. Где он может быть? Найдите, пожалуйста. Господи, как же Санта хуй. Джонис, Андрей заканчивает свое выступление. Спасибо за внимание. Показать вам Хакс Флакс? Ты не против тебя показать? Нет, конечно. Вот меня, я не знаю, кто меня еще не видел. Это Хакс Флакс. Вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит аниме-шейхи. Спасибо, все аниме-шейхи. Ну, мужик, ну, блин, да как он задолбал? Чего ты, зачем ты оборачиваешься-то? Спрячусь за дверью. Надеюсь, у меня здесь не ну, конечно. Чего, блядь? О, как. Надо аккуратнее разыграть. Максимально аккуратно разыгрываю. М?
Максимум аккуратности. Чат. Я сейчас покажу вам просто немножечко, да? Немножечко покажу. Значит, блять. Так. Вы думали, это все? Вы думаете, это все? Блять. А, ебать, это моя жена, нахуй. Подожди, куда ты полез-то, ёкарный бабай, подождите. Боже мой! О боже мой! Как, я, как это? Как это разрешить? Кто там жрёт? Денис! Посмотри вниз! Что? Сахарочки! Сахарочки! В общем, лучше всего, если не с алкоголем каким-то, то это грызть вот так. И двумя руками держать, как будто такая крыса, блядь, которая... Белка. У которой все спиздить хотят. Эй, хомяк. В твоем случае больше шиншилла. Как это, когда человек поел, что ему говорят? Просто когда начинает есть, говорят приятного аппетита, а когда поел... Приятного гепатита. Что? Не знаю. В рифму. Ладно. Ну я обычно говорю приятного гепатита. Ну здесь прям всегда? В любом случае? Нет, только тем, кто мне не нравится. Красивый, да. Бахаста. Да, да, у нее лицо как пипега было, кстати. Кошачий пипега. Да, это реально кошачий пипега. Кошачий пипега. И матяника, васенька, кани матяники, сама сангена. Мики усанду, мика гангию. Да вот это уже что-то рандом какой-то пошел. Так. А ну, магана, мгечи, вальвана. Ты-ты-ты. Вальвана, мы шифаны. Это Симлиш. Хочешь забайтить его? Ну быстрее! Вот это страшно. Я так напряглась. Я была уверена, что залезу в шкаф, но... Ну ты писька, конечно. Это что, мать твою, что это? Это что? Давайте все ставим рыбу в чат. Все ставим рыбу в чат за моих карпов. Ставим рыбу в чат. Погнали. Рыбу. Вот. Рыбье царство. Блин, учитывая то, что я девушка, если я назову свою комьюнити рыбным царством, я знаю, какие у всех будут ассоциации. Ой-ой, поезд. Бабуля! Ребят, я, кажется, выяснил, за кого я играю. Я играю за солнце в этой игре, если понимаете, о чем я. Я солнышко. Посмотрите, я солнце, реально. Забавно. Не, ну город неплохой, чат. Ну неплохая такая, посмотрите. Ну не так плохо. Ну по 100-бальной шкале, вот насколько. Ну не так же плохо. Ну неплохо же. Нормальный городочек. Ноль. Выгляните в окно, там ноль. А здесь прекрасно. И музыка такая. Окей. Подождите, тут же жители сами. Или тут каждое здание так надо строить будет? А-а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 
Чё-то ору. Да, именно так. Я примерно то же самое хотел сказать, спасибо большое. Давайте посмотрим, как мы должны удовлетворить вот этих людей. Вы играли в игру 8 часов, пора выйти и позабыть. Чё он там про семью что-то было написано? Блин, ну это нормально, они рофлят. Ну супер далеко стоит. Хотя, если я сюда поставлю, вот сюда вот, нам придется дорогу снести, вот эту вот. А давайте. Используйте это с умом. Цикады поют о тебе тоскливые песни. Так. А вы гений, только люди с завышенной самооценкой смогут ответить на эти вопросы. Все, ребят, почитайте про петухов пока. Вот. Твою мать! Зачем так пугать людей? Так. Я сейчас буду. Ну-ка, бля, вернулся назад, нахуй. Закон, блядь. Да, сэр. Есть, сэр. Господа, руки вверх. Работает полиция. Ну-ка, все, бля, встали в ряд. О боже, конечно. Да. Офицер, конечно. Я офицер первого ранга, да. Да, да, давайте. Ты забрался на кровать. Ну-ка, живо забрался на кровать. Давай, забирайся на кровать. А так, сэр, мне надо встать. Блядь, он упал, уронил фаер. Любишь курицу? Может, тут здесь я не знаю. Курицу не люблю. Рыбу? Не люблю. Вы будете что-нибудь заказывать или будете пялиться-то? Молли, ты должна выбрать. Он волнуется. А ну что там есть? Черт побери, выберите уже! Ладно, дай мне курицу. Мне курицу и ей тоже курицу. Соус? Если вы будете выбирать соус так же долго, как выбирали основное блюдо, можете проезжать дальше! Мне два... Майонез? Майонез! Два майонеза! Напитки? Молли, напитки. Быстрее, пожалуйста! Ничего не надо вот вообще. Ничего, без напитков! Проезжайте дальше, с вас 9.99. Спасибо. Мэм? Бабушка? Ага, я! Но мы вызывали такси, а не помойное ведро. Извините, это ну и пошел ты! Не-не-не, извините, это просто Боб так выражает. Стойте, мы вызывали такси. Стойте, нам нужно такси. Растворилась в кресле. Все. Слишком какой-то жесткий контент пошел. Это было не смешно, чем простить. У меня камера не сломалась. Лежа тут происходит. О, шериф. Кот сюда. Слышь, шериф, идем за мной, смотри, что у меня в руках. Твой любимый пончик. Шериф, хоть сюда, хоть. А ну иди сюда. Иди сюда, Макдудл. Иди ко мне, хороший. Иди ко мне, мой маленький. Иди. Понюхай этот пончик. Ну чё, сука, мы и встретились.
Так, не умирает. Хорошо. О чем конкретно? Про вашего любимого дядю. Истребитель. Ну говорите, что вы говорите. Левый истребитель. Я уже подумал. Боже, что происходит? За рвот, блядь, какого херок вы выбрали? Мой, почему я улетел? Господа, что случилось? Почему я понимаю? Что за херня произошла здесь? Паника через ель, через язык пишется. Томиган мертв, черт, Томиган мертв. Где остальные? Остальные? Где остальные? А так. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to Thank you.